Накануне празднования Дня Великой Победы в надлежащий вид приводят памятники и обелиски, находящиеся на территории Ленинского округа. Помывка, покраска, обновление деталей – все это входит в работу по содержанию памятных мест, которые занимаются сотрудники МБУ благоустройства. Замену плитки, если это необходимо, брусчатки, приведение в порядок зеленых насаждений. То есть все объекты благоустройства, связанные с памятью павшим в Великой Отечественной войне, приводится в порядок 9 мая. В поселке Володарского памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне приводят в порядок сразу 10 человек. В помощь им средства малой механизации. Порядка 40 объектов необходимо привести в порядок к празднику. В этой работе помогают территориальные отделы и местные жители, которые участвуют в субботниках, убирают территории не только у обелисков, но и в местах захоронений своих земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. На сегодняшний день практически все мемориалы уже выглядят достойно.